Всех приветствую на своем канале. Приобрели вот такой вот интересный микроскоп. Сейчас сделаем краткий обзор. В комплекте помимо микроскопа входили еще вот три окуляра разного увеличения. Окуляры состоят из линз, вмонтированных в цилиндр. Также видеокамера, которая вот можно вставить в тубус. И посредством вот этого специального USB кабеля, который тоже идет в комплекте, подключить его к компьютеру или к ноутбуку. Также в комплекте шел держатель для телефона, то есть если вы хотите снимать не камерой, а телефоном. Драйвер, ну и такой вот набор для изучения. Давайте сейчас рассмотрим, что вот этот за микроскоп такой у нас интересный. Значит, здесь вот объективы стоят на таком специальном револьвере, который крутится. Ну, таким образом можно менять увеличение. Дальше здесь вот тубус. Сюда вот таким образом можно вставить, допустим, линзу, которая увеличивает. В нее уже дальше вставляется камера. Ну и через этот кабель, повторюсь, подключается к компьютеру или к ноутбуку. Здесь также посредством этого микроскопа здесь есть такая вот подсветка. Боковая подсветка, которая вот с помощью колесика регулируется яркость. И также вот есть нижняя подсветка, тоже с помощью колесика регулируется яркость. Подсветку можно либо от розетки запитать, либо для простоты вот сюда я вставил 3 пальчиковые батарейки. Что еще? Настройка четкости изображений с помощью такого макровинта настраивается. Ну, в принципе, в двух словах о микроскопе. Сейчас подключу его к ноутбуку. И вот такие вот образцы попробуем снять на видео и показать вам. Итак, сейчас посмотрим на первый образец. Это крылышко пчелы. Вот таким вот образом поставим его, зафиксируем его держателями. Теперь поставим вот эту линзу. Вот так вот. Вот к этой камере, которая шла у нас с микроскопом, подключаем USB. Дальше ставим USB в микроскоп. Так. Ну и теперь будем сейчас подключать микроскоп к ноутбуку. Итак, с помощью такого револьвера я сейчас настрою объектив, который имеет самое слабое увеличение. Так, вот смотрите, что у нас получилось на экране. Таким вот образом настроили мы резкость таким вот винтом. Все работает, все показывает. Дальше вот здесь вот еще есть какой-то вот, так не понял, что он делает. Ну хорошо, пробуем теперь еще сильнее увеличить с помощью револьвера. Я сейчас поставлю следующий. Вот. Так. Настраиваем. Так. О. Вот. Это мы с помощью
Следующего объектива увеличили. Вот такое вот у нас получилось изображение. И теперь попробую увеличить под максимальным увеличением. Вот так вот. Так, теперь настраиваем. Ну, вот, как-то вот так вот максимально мне получилось увеличить под самым максимальным разрешением. Крылышко пчелы. Здесь уже ближе приближаю, расплывается. Так, ну вот, примерно вот так вот. Так, сейчас настроим резкость. Так, о, отлично. И теперь, если вот эту линзу, она максимально вставлена, все ее, да, вот так вот, допустим, вытащить и вставить чисто камеру. Ух ты, можно и без линзы, да? О, так даже лучше. Ну, вот такое вот увеличение получилось. А теперь сейчас попробую сделать максимальное увеличение. Так. Вот так вот прокручиваем револьвер. То есть мы вытащили вот эту линзу, в которую я до этого вставлял телефон, этот, камеру. Так. О, вот так вот получилось. То есть вот так вот выглядит под микроскопом крылышко пчелы. Сейчас посмотрим другие экземпляры, которые шли у нас в комплекте. Итак, следующий мы будем снимать эпидермис лука. Таким вот образом вложим его. Включим сразу нижнюю подсветку. Нажму его держателями. И потом попробую, или сначала, наверное, попробую настроить. Так, без держателя. Так, сначала я выставлю минимальное увеличение. Вот так вот выглядит эпидермис лука. Так, теперь зафиксирую держателями. Аккуратно так. Вот так вот. Поправим чуть-чуть. Так. Так вот. Так, ну вот. Эпидермис лука. Так вот выглядит под микроскопом. Теперь мы следующий объектив, который более увеличенно снимает. О, вот так вот мы увеличили эпидермис лука. И давайте сейчас сделаю максимальное увеличение. Ну, посмотрели мы два образца. Надеюсь, вам было интересно. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Если есть какие-то советы, тоже пишите в комментариях. Ну, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем дальше снимать различные интересные предметы, вещи, экземпляры под микроскопом. Все, спасибо за просмотр.